Вот вчера вышла статья о том, что Путину доложили о диагнозе лечения Заворотнюк. Вот тут я читаю, адвокат объяснил, почему, зачем Путину доложили о диагнозе лечения Заворотнюк. Обнародованная информация о тяжелом онкологическом заболевании и ходе лечения актрисы Анастасии Заворотнюк понадобилась, чтобы рассказать о новых технологиях, разработанных для терапии при термальных стадиях рака. Ну, во-первых, я бы хотела сказать, этой великой мистификацией уже заинтересовался Путин. Это уже, в общем-то, много что значит. Дальше читаю. Если это было сказано, то это вселит надежду в других людей. Они должны знать, что есть ученые, которые борются с этим недугом. Я, в общем-то, ничуть не могу исключить, что тело Заворотнюк, в общем-то, отдано на опыты. И ученые, конечно же, могут поддерживать жизнь в каком-то органе. Вот сейчас им важен, в общем-то, мозг Анастасии Заворотнюк. И в предыдущей статье я читала, что они взяли молекулы из этой вот онкологии у нее, которая в голове. Ну, в общем-то, я ничуть не исключаю, что ученые могут поддерживать жизнь, в общем-то, в каком-то органе человека. Но говорить о том, что она живая, будет только она сама.